Когда-то была такая работа – города строить. 21 век показывает, что города разрушаются. Ну, взять, к примеру, города Дальнего Востока и Приамурья. Все, нету городов, кончились они. Но города строятся на Южном Урале. Новые дома. Однако не в большом количестве строятся родильные дома, детские сады и школы. Их же надо ремонтировать. Самый вкусный пирог – бюджетные деньги. То есть, к примеру, подвязаться под ремонт. Часто такое случается, что фирмы приходят и уходят. Свое сорвали, а потом потолки текут и окна не держат. Ну вот у нас есть фирма-фаворит. Давайте посмотрим, какой у нее подход к делу ремонта бюджетных объектов. А вот теперь про то, чего невозможно достичь рекламой. А это любовь и уважение. Реклама ведь она подла по сути, а нормальные человеческие отношения завоевываются упорным трудом, высоким качеством, оптимальной ценой и надежностью. Взять, к примеру, простое задание – утеплить и обезопасить от пронизывающих ветров Южного Уралья дом в типа бюджетном поселке. Фирма «Фаворит» нам установила вот, значит, эту конструкцию. Мы с ней зимовали, очень довольны. Прекрасное обслуживание, то есть перепады температур, как бы очень зима была холодная, поэтому как бы нас спасло, поэтому многие жаловались, что у них промерзали двери, у нас все было замечательно, прекрасно. Так. То есть дополнительный тамбур сохранил вам тепло? Да, безусловно. А качество работы вас устроило? Да, очень понравилось, то есть позвонили, как бы приехали, сделали замеры, потом, правда, была еще необходимость еще раз приезжали, то есть какие-то нюансы уточняли. Потом по, значит, согласованию с нами в удобное для нас время как бы установили. Я так понимаю, земельки у вас хватает, да? Может быть, и домик для детей сделать, или гостевой домик. Поднимемся повыше, чтобы их снимать. А, вот так вот, да? Было видно, ну, да? Понятно. Тут действительно природа у вас хорошая, видок отличный. А окна у кого закажете? Ну, безусловно, теперь только в компании «Фаворит». Отличный вариант решения проблемы. И, как вы поняли, отличная от других фирмы. Мы вам как-то показывали темпы работ, а теперь про объемы. Это не дом, многоэтажка, на отвались, где главное продать квадраты. Это место, где растет наша смена, детские сады. Место, где ребенок должен быть максимально защищен от болезней общества и капризов природы. Ну, свое детство с клейстером и проклейкой рам помнят все те, кому сейчас больше 30. Дай бог, эти дети, защищенные окнами от «Фаворита», запомнят другие, более полезные вещи. Бюджетная организация, и вы занимаетесь детьми. Это очень ответственная процедура. Тем более, ну, зная о том, что муниципальный фонд в немножко таком подушатном состоянии находится. Естественно, необходимо нам менять окна, потому что это здоровье наших детей. Какую фирму вы выбрали? Мы выбрали фирму «Фаворит». Как они работают? Работаем с ними второй год, сотрудничеством очень довольны, работают грамотно, начиная с приемщика, с девочек, с менеджеров и заканчивая установщиками окон. Естественно, необходимо еще и постустановочное обслуживание, объяснить, как с окнами работать. В этом смысле фирма «Фаворит» вас устраивает? Да, очень грамотное постустановочное обслуживание, обязательно позвонят и беспокоятся в течение года, спрашивают, нужны ли какие-то дополнительные услуги. Намерены вы в дальнейшем сотрудничать с этой фирмой? Да, только с ней. Очень устраивает соотношение цены, в первую очередь, качества и индивидуального подхода. Десятки оконных конструкций на объекте. И вот такие впечатления. Но кто больше? Кто быстрее и качественнее сделает школы и детские сады и больницы предметом гордости? Да потому что все начинается с окошек. Законченная, грамотная конструкция должным образом подвигает им на соответствующий ремонт. А потом, зайдя в такие классы, понимаешь, что бежать-то никуда не надо. Здесь наша родина, и пусть даже это не рай. Но условия и здесь есть. Даже если это интернат. Но там тоже мелкие человечки, пусть и кинутые с молодых корней в условия сиротские. Скотство таких родителей будет естественно наказано судом другим. А государство заменило им и отца, и мать. И заботится о условиях воспитания и проживания, и делает их не хуже домашних. Вот мы не все в здоровом обществе живем, и получается, что общество дарит нам иногда детей, которым необходима забота, забота и тепло. Но, естественно, гарантировать тепло сразу сегодня и сейчас не получается. У вас большое количество оконных конструкций. Вы, естественно, выбираете фирмы разные. Какую фирму вы сейчас порекомендовали бы? Ну, сейчас фирма у нас работала в последнее время, фирма «Фаворит». Вот, это уже последнее время они нам поставили
сейчас 35 окон. И мы, ну, желание, конечно, огромное, чтобы, я уже сказала, товарищ, который у нас ответственный за проведенную установку окон, я ему сказала, что только работать будем с этой фирмой. Потому что вот ребята слаженно работают, практически прям, не знаю, грамотно. Установка окон считанные прям дни, никаких задержек. Вот между ними общение какое, и мне прям поразилось, потому что много фирм здесь работало. Ребята как бы работают, но вот такой слаженной работы у них не видно. Это вот в сроки скажут, допустим, вот эти 21 окно, вот они нам привезли вот в школу, что они поставили нам прям за неделю. Я была поражена, конечно, у нас здесь мероприятие было, и они вот в этот срок, именно в этот срок уложились прям день в день. Ребята работают прям, можно сказать, ну, ювелирно. Никаких с собой мусора не оставляют. Если надо, где-то у нас в кабинетах много было обои и подклейка там, ну, торопились, потому что под цвет подобрать это тяжело. Аккуратно все сделали, аккуратно все вырезали. Ну, просто, конечно, я вот сколько у нас фирм работало, такой фирм вот первый раз. И мы надеемся, что в дальнейшем мы будем только сотрудничать с ними. Вот так вот. Ни слова о стеклопакетах и профилях. Ни слова о технологиях и ценах. Зато есть то, чего вы не услышите о других. И завоевать такую любовь и такое уважение непросто. Но у фаворита есть это преимущество. Преимущество быть востребованным. А это дорогого стоит. В завершение, казалось бы, что можно добавить? Одни благодарственные слова и чувство удовлетворенности от того, что фирма «Фаворит» работает. И работает на 5 с плюсом. Не каждому дано. Да таких и немного. Кто может себе позволить в раз поставить, ну, к примеру, 50 окон за раз. Хоп, поставили за 2 недели. Конечно, конкурентов много, но серьезных конкурентов, по сути, у фирмы «Фаворит» нету. А теперь уже вы должны понимать, если вы обращаетесь в «Фаворит», то какие окна вы получаете?